Вот как, значит, работает светофор. Здесь вот такой вот блок управления с циферблатом. И его делали у нас некоторые представители компании Ferrum, которые делали комбинации прибора гамма. Так, кнопка сброса. Здесь подстраивается чувствительность. Здесь лазер. Здесь лазероприемник. А затем нажимаем кнопку старта. Так, и вот пошел отсчет. Значит, у нас когда стартует, автомобиль пересекает лазер. В данном случае, например, был старт и замеряется задержка, то есть между сигналом и стартом. А дальше при пересечении автомобиля лазером происходит уже отсчет круга. Далее сброс. Так, сброс. Если мы даем старт, и автомобиль пересекает раньше времени лазер, происходит фальстарт. Вот такая система.